Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». Обязательно подпишитесь, потому что у меня очень много классных и простых рецептов. И сегодня мы с вами будем готовить тыкву. Тыковка у нас получится ароматная, пряная, очень вкусная. Она подойдет на гарнир к мясу, к рыбе или просто ее можно подать как самостоятельное блюдо. Нам понадобится тыква, сухой чеснок, соль, оливковое масло, мускатный орех и ароматные травы, например, розмарин и базилик. Мы с вами будем готовить не из всей тыквы, а из половинки. Поэтому ее нужно предварительно очистить от кожуры и нарезать на кусочки. Какой есть нюанс по кожуре? Тыквы бывают разных сортов. Они есть с очень грубой кожурой, есть с мягкой кожурой. Поэтому если вы используете тыкву с мягкой кожурой, ее не обязательно снимать. Но так как у меня здесь кожурка очень плотная, я ее предварительно очищу. Тыкву мы нарезали, у нас получились вот такие вот кусочки. Теперь берем форму для запекания и просто складываем туда нашу тыкву. Теперь посыпаем ее травами, солью, чесноком и, в общем, всем, что здесь у нас осталось. Поливаем тыкву маслом и перемешиваем прямо в форме, потому что зачем нам пачкать лишние тарелки. Теперь убираем форму в разогретую до 200 градусов духовку и готовим примерно 20-25 минут, до тех пор, пока тыква не станет мягкой. Ну что, давайте попробуем, какая тыква у нас получилась. Мне самой очень интересно. То, что нужно. Вот это я и буду есть сегодня на ужин, а еще завтра, послезавтра и вообще всю неделю. Потому что тыквы у меня очень много, и она получилась классная, мягкая, пряная, просто намного вкуснее, чем в ресторанах. Не забудьте поставить лайк этому рецепту, потому что он невероятно классный. Подписаться на мой канал, а я буду есть. Приятного аппетита!